Утром я предпочитаю пить зеленый чай, в обед классический черный, а в течение дня балую себя красным, мятным, травяным, белым и иногда даже синим. Но и на этом я останавливаться не собираюсь. Будучи настоящим чайным маньяком, я всегда ношу с собой стаканчик чая. Не кружку и не чашку, а именно стаканчик. Здравствуйте, а можно повторить? Это чайный коктейль, или говоря правильно, напиток на основе зеленого, черного или чая улун. Можешь пить его как обычный чай с добавлением молока, йогурта или как фраппе. Напиток этот был придуман в 80-х годах семьей Чанг в городе Тайчунг на острове Тайвань. Смотри, Благовещенец, как этот напиток готовят. Для начала нужно выбрать основу напитка – чай, молоко или йогурт. Затем выбирай топпинг. Топпинги бывают двух видов – есть желе и есть шарики. Шарики – оболочка сделана из натуральных водорослей, а внутри натуральный сок. Потом в шейкер добавляют сироп, фруктозу и лед. Тщательно взбалтывают эту смесь. Коктейль почти готов. Выливаем стаканчик и перемешиваем с топпингом. Для удобства запечатываем и дегустируем. Пить этот чай нужно через трубочку размера XXL, только она пропускает все топпинги. Кому можно пить этот чай? Всем. Коктейль на молоке или йогурте оценят маленькие благовещенцы. На вкус как привычный молочный коктейль, только вот эти шарики и мармеладки уж очень интересно грызть и лопать. А это, Благовещенец, тапиока, еще один вид топпинга. Вообще, это крахмалистая мука, получаемая из корней маниоки, которая, между прочим, является важным пищевым растением тропиков. Шарики из тапиоки являются полезными и питательными. Пей и питай свой организм минералами и витаминами группы В. Напиток этот уже давно популярен в других странах. В Азии, например, этот коктейль иногда выбирают даже под цвет одежды, дополняют им образ. А на европейском континенте чай подбирают под мероприятие. На свидание коктейль на молоке, на деловую встречу напиток на основе зеленого чая. Каким будет твой коктейль, решать тебе, Благовещенец. Китайские мудрецы говорят, хочешь общаться с лучшей стороной человека, напои его хорошим чаем. В общем, всегда готова поболтать за стаканчиком чая. Дарья, дежурная по рубрике.